Мы находимся с вами на высоком берегу реки Москвы. Перед нами расстилаются дали заречные, великолепные ландшафты, которые сохранились еще с самых древних времен. Именно эту местность когда-то в XIV веке выбрали для своих загородных усадеб сначала великие князья, а далее русские цари и императоры. И сегодня, почти 100 лет спустя, мы с вами имеем возможность, как и прежде, любоваться теми ландшафтами, которые видели когда-то наши предки. И более того, здесь ступали русские правители. Добро пожаловать в музей-заповедник Коломенское. Меня зовут Евстахова Екатерина. Сегодня для вас я проведу экскурсию по шедевру архитектуры Церкви Вознесения Господня в Коломенском. Декабря 1994 года, 26 лет тому назад, произошло знаменательное событие. Церковь Вознесения Господня в Коломенском была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем свидетельствует знак, установленный рядом с храмом. И сегодня мы как раз поговорим об ее уникальной архитектуре, истории создания и тех загадках, тайнах, которые ее окружают. Ведь совсем скоро исполнится 500 лет с момента освящения храма. Дело в том, что мы до сих пор не можем точно, 100% точно установить, в каком году церковь была заложена. Многие специалисты сходятся во мнении, что примерно это 1528-29 годы. Период, когда Василий III, женившись во второй раз и выбрав себе в жены молодую Елену Глинскую, ходит в молельные походы, посещает огромное количество монастырей, храмов с одной лишь целью – вымолить рождение наследника. Тут нужно немного вспомнить предысторию и поговорить о том, что у Василия III более 20 лет в первом браке не рождались наследники. Василий III первую супругу Соломонию Соборову отправил в монастырь, а вот уже вторая супруга, Елена Глинская, была его надеждой на радостное событие. Что и случилось в 1530 году, а вот уже в 1532 году мы из записей Воскресенской летописи узнаем, что было здесь, в Коломенском, большое празднование, которое длилось целых 3 дня в честь освящения храма Вознесения Господня. Архитектором храма стал итальянский архитектон Пьетро Франческо Аниболи, или Петрок Малый, как его называли здесь, на Руси. Достаточно много примет европейской архитектуры себе в храм содержит, но одновременно с этим он является неким удивительным сплавом русских и европейских тенденций периода Возрождения, и имеет в себе даже элементы готической архитектуры. Весь строй храма выполнен таким образом, что подчеркивает устремление этой конструкции ввысь. Таким образом, еще раз напоминая нам о посвящении храма празднику Вознесения Господня. А значит, и все полуколонны, пилястры, все линии храма, они создают для нас образ вот этого взлета, этого парения над землей. И идут они на самый верх, к огромному каменному шатру. Это еще одна уникальная особенность храма Вознесения. Наши предки строили до этого шатровые постройки, но, как правило, эти шатровые постройки были деревянными. А вот построить шатер, да еще такого большого объема, 28 метров в высоту, не из дерева, а из камня, из кирпича, было уже гораздо сложнее. Считается, что именно этот храм является первым таким масштабным примером каменного шатрового зодчества на территории нашей страны. Пожалуй, впервые в русской истории и в истории русского храмового зодчества храм строится не по образцу уже некой существующей постройки, а мы помним, что, конечно же, первые храмы у нас в России появились по образцу византийские, а по совершенно новому и, возможно, даже совместному проекту, как считают некоторые исследователи, архитектора, вот, возможно, того самого итальянца, и даже самого князя Василия.
Гуляя вокруг храма, мы можем рассмотреть его великолепную структуру. Находится он на высоком берегу реки. Стоит на искусственно созданном руками человека вот таком схолмлении. Это основа, это фундамент храма. Далее высокий подклет, нижняя часть храма, который с восточной стороны украшен рядами вот таких вот ажурных арок. Далее большая окружная галерея, которая опоясывает центричный храм со всех сторон и позволяет нам прогуливаться не только по земле, но и находясь на этой галерее. Далее огромный четверик в виде равноконечного креста, переходящий в восьмерик. И вот этот переход совершенно мастерски, он спрятан, мы его не видим. А спрятан он рядами красивых ажурных кокошников, которые напоминают нам как раз такие элементы русской архитектуры. Стремление ввысь в этом храме подчеркнуто и другими вертикальными линиями. Например, на глади стены мы с вами видим вот такие треугольные арки. Эти арки называют вимперги, немецкое слово, которое так и переводится – ресница. Эти стрельчатые арки характерны и традиционны для готической европейской архитектуры. И это опять-таки наш храм включает в общекультурный европейский контекст средневековья, той культуры, той эпохи. Еще в XIX веке многие архитекторы, исследователи, живописцы не только рисовали сам храм, но и изучали его историю, пытались понять его тайны и как раз думали об архитектуре, в чем же ее секреты. Вот можно как раз вспомнить слова французского композитора Берлиоза. Он как раз писал о том, что он видел многие соборы, он видел и Миланский собор, но нигде он не видел красоты целого, что он увидел в церкви Вознесения. Вот как раз эта красота целого поразила его настолько, что он, как пишет в письме, долго стоял ошеломленный. Одной из наиболее интересных частей коллекции архива Музея архитектуры является архив архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Барановского. Понимаете, Барановский был такой человек, он интересовался сразу всем. То есть его и храм, и внутреннее убранство, и предметы интерьера, и все. То есть он вот видел все это в таком едином комплексе. Петр Дмитриевич Барановский, подвижник русской архитектуры и русской культуры, был и тем человеком, который создал наш музей. Он сохранил не только существовавшие и сохранившиеся на тот момент постройки, но также и поставил себе задачу перевести сюда, в Коломенское, как можно больше памятников деревянного зодчества, которые разрушались и не могли быть по каким-то причинам спасены на месте их первичного строительства. По сути, Коломенское явилось таким детищем для Петра Дмитриевича, в которое он вкладывал там, с 22 по 33 год всю свою, значит, энергию и силы. И он являлся отчасти музеем.
мы попали в Подцерковье. Это та часть Подклета, которая изначально существовала в таком виде. Это основная часть Подклета, которая несет на себе тяжесть всего храма. Мы с вами привыкли видеть церковь Вознесения Белоснежной. Но первоначальный замысел – постройка из красного темного кирпича с элементами декоративного убранства из белого камня. Но уже в более позднее время по разным причинам, в том числе из-за многочисленных пожаров, которые, к сожалению, опалили стены нашего храма, было принято решение храм белить. И теперь уже последние столетия мы церковь Вознесения видим белоснежной. Для Петра Дмитриевича именно его работа, задача по спасению памятников старины, это и стало для него и его личной жизнью, и в какой-то мере она стала его семейной жизнью. Памятники стремительно разрушались и уничтожались. Он понимал, что если он не успеет спасти, то не успеет никто. И он хотел сохранить это все в том комплексе, в той целостности, которая дошла до нашего времени. Стоит отметить, что в церкви Вознесения Барановского интересовало в первую очередь несколько сюжетов, главным из которых были, собственно, порталы. Вот есть несколько чертежей в его фонде, где его рукой выполнены варианты их восстановления, их детали, которые отсутствуют сейчас или отсутствовали тогда, они, конечно же, были Барановским подобраны по аналогам из современной итальянской и русской архитектуры. Вторым сюжетом, который интересовал Барановского, это, собственно, был каменный трон, как они называли, трон великого князя. Так сказать, изучался тот вид трона, который оставался на тот период. Да, вот здесь вот на вот этом чертеже есть даже, собственно, отметка о том, что исследован и обмерен Барановским в 21 году. Что это за трон? Для кого он предназначался? Эти вопросы уже много столетий задают историки, исследователи, но точного ответа нет. Однако есть несколько версий. Дело в том, что XVI век – это время, когда люди с некоторым трепетом, с некоторым, может быть, даже ужасом ожидали второго пришествия Иисуса Христа. Именно в это второе пришествие Иисус сядет на трон и будет судить всех последним, так называемым, страшным судом. Почему страшным? Потому что это будет уже окончательный суд над всеми, кто жил 1000, 2000 лет тому назад, и теми, кто застанет вот это вот второе пришествие. Насколько оно кажется небольшим. Но за счет того, что оно очень светлое, мы не ощущаем его реальных размеров. На самом деле размеры всего лишь 8,5 на 8,5 метров квадратных. Но это и не удивительно, ведь храм задумывался и строился как княжеский домовый храм. Молиться в этом храме мог только сам правитель, его семья и ближайшее окружение. Поэтому больших пространств внутри, в общем-то, и не задумывалось. Но вот если мы с вами посмотрим ввысь, перед нами откроется 42-метровое пространство под шатром. И мы тогда поймем, что вся мощь и красота этого храма как раз в высоте. В момент постройки это была самая высокая архитектурная доминанта Москвы. Само внутреннее пространство храма очень светлое, очень легкое, очень воздушное.
Но очень часто возникает вопрос, неужели не было росписи внутри храма? Мы можем точно говорить лишь о том, что в XVI веке, скорее всего, росписи были. Но как раз из-за холода все эти росписи очень быстро осыпались и портились. Поэтому уже в XVII-XVIII веках храм стали просто выбеливать. Само пространство внутри немного необычно для православного храма, во-первых, в силу своей формы. Здесь мы как раз можем видеть тот самый равноконечный крест, о котором уже упоминали. Ветви этого креста расходятся по сторонам света, на запад, восток, север и юг. И вот там, на востоке, как раз по традиции, и должна находиться алтарная часть храма. Но для этого нужна алтарная апсида, а в этом храме ее нет. Местом под алтарь служит одна из ветвей креста. И от нас алтарь отделен традиционно иконостасом. И это уже иконостас воссозданный после последней реставрации 2007-2008 года. Но нам известно, что за все время бытования Церкви Вознесения здесь сменилось около 7 иконостасов. Еще одной интересной особенностью церкви являются хоры. И, конечно же, мы можем предположить, что не только церковный хор мог на этих хорах находиться, но и сами правители могли подниматься на эту площадку по потайной средневековой лестнице. На самом деле мы очень редко ее показываем, но у нас сегодня уникальная возможность попасть в это пространство и увидеть эту лестницу, которая спрятана изначально в архитектуре самого храма. Только архитектура. Архитектура – это вид искусства, который имеет непосредственно практическое значение для человека. Да? Через архитектуру, да, через вот памятники такого уровня, как церковь Вознесения в Коломенском, идет просто-напросто приобщение к прекрасному, да, к какому-то, к искусству высокого уровня. Пример тех людей, которые даже в тех условиях сумели, вопреки всему, по сути, уйдя из мира людей, да, вот в мир сохранения памятников, как это было, например, у Барановского, они почему и называются подвижниками? Потому что они пошли против всей системы, чтобы спасти для нас с вами, ну а мы с вами, для наших потомков, то, что могло просто исчезнуть с лица земли. И таких памятников исчезнувших у нас тысячи. Без прошлого не может быть никакого будущего. И эксперимент по созданию будущего без прошлого у нас уже был.